Всем привет! С вами канал Артмания. И вот такие вот подарки сегодня пришли к нам из Москвы. Ну, или, может быть, заказано здесь в Самаре, но заказал человек из Москвы. Кто тебе прислал подарки, Дим? Деда Вова. Деда Вова, да? Здесь прям коробка вот эта вот легкая, как будто в ней просто бумажечка лежит какая-то. Но при этом она большая. И вот это вот такая вот. Это картонный домик. О, тяжелее, кстати, немножко. Он какой. Ну-ка, так лучше. Потяжелее. Такой вот домик будет. Открываем. Да подожди, пока не открывай ее. Подожди, не открывай. Почему? К тому. Это сначала откроем сейчас. Так, разрезаем мы по бокам, открываем вместе с вами. Как вы думаете, что-то может быть такое легенькое? Подожди. Ты какой нетерпеливый. Что это? Ба! Ба! Кто это? Что это? Слоник, мягкая игрушка? Обалдеть, вот это я точно не ожидала. Слоник, мягкая игрушка. Откроешь? Не откроешь? Вот тут, тут завязано. Мягкая игрушка, слоник. Обалдеть. Ну ладно, будешь играть. Мы как бы против немножечко мягких игрушек. Нет. Ну ладно. Я буду это играть. И это, и слоник. Мое. Такой слон классный. Клади его сюда на это. Хорошо, мы вчера полы помыли. О, он сидит. Такой грустный, смотри. В новую семью попал. Такой, кстати, он мягкий прямо. Такой мягенький-мягенький. Мой слон. Твой слон? Теперь тебе будет с кем спать? Нет, да? Просто будет сидеть, он не сидит. А другой давай его посмотрим. Сильно мягкий. Открывается прям. Что, большой домик, что ли, получится тогда, получается? Да нет, вроде. Пап сказал, вроде он это метр на метр с мелочью. Ничего нет. Сейчас... Там размера нет, инструкцию возьми. Инструкцию возьми, говорю. Дом из звездочки. А что там за бумажка? Дом из звездочки. Бумажка, что там? Нет, это ничего. Дим, ну подожди, вот, что ли? Подожди, Дим, пап сейчас соберет. Вот он, слушай. Вот так он стоит. Ну, там размеры не написаны. Это дом, что ли, так стоит? Дом? Так, это готово. Дом стоит. Крыша. Там А, Б, С, Д, Е. Я смотрел, я не написано, что это Е. С, Д, Е. Это вот передняя часть, видимо, вот с этой, с маленьким окошечком. Да нет, он небольшой с виду. Подожди, Дим. А, нет, это окошко. Это А. Окно. А, ну это окно. Ну и смотри, где окно. А, Дим, давай отойдите, пусть папа крышу сделает. Дим, отойди куда-нибудь. Только не мешай, потому что сейчас самое тяжелое. Да, двое детей это много уже, да? А, все скажет. Ты у нас многодетный отец, да? Да, Жень? Батюшки, батюшки, счастливый ребенок. У тебя свой дом теперь будет, да, Дим? Нет, у слоника. У слоника? Так это же твой дом. У слоника. Я залезу, нет. Я просто залезу, просто делаю. Да, это будет твой домик. Твой домик будет. А я вот там углядываюсь. На тебя. Да, выглядывать будешь?
Сейчас тусы можно туда бросить. Не надо там ничего бросать. Так, Дим, не мешай пока. Давай сейчас папа себе. У тебя даже потом... место для писем будет. Потом туда залезешь и сиди там сколько хочешь. Ну, сначала мне надо собрать. Так, Дим, отойди сейчас. Подожди чуть-чуть. Терпение, терпение. Ой-ой-ой. И окошечко там. О, какой деда Боб, да? Чё? Подарил-то. Он опять разбирается. Так, Дим, отойди. Ой, господи. Какой дом. Да. Да как-то да. Ну вот, папа и дом научился строить даже. Здесь сделано. Здесь все сделано. Здесь все. Ну что, Дим? А где? А, вот дверца. Видишь, что она? Ой, ты ее это согни там. Давай. Та-дам! Вот и сиди там. Вот ваша новая квартира. Ваш дом. Да, темно, кстати. Кто там в домике живет? Это Дима? Это Дима там живет? Дима! Привет! Привет! Как у тебя там в домике? О, как хорошо! Звездочки какие красивые! Какая красота! Ну, темновато, да. Темновато. Хорошо тебе в домике? Да. Свой домик, да? Да. Да? Что-нибудь туда постелить надо? Да. Да? У Димы домик свой? Да. Да. А тут еще получается сделать. Зачем? А у тебя, о, окошечко есть. Тук-тук-тук. Ку-ку. Это я, почтальон Печкин. Принес посылку от вашего мальчика. Ну вот и теперь этот домик можно раскрашивать. Слышь, Жень. Кто в теле мышки живет? Я. Ты мышка наружка? Нет, я. А, ты живете? Ну понятно. Ну сидите. Не закрываем это.